Здравствуйте, с вами Сайра Амантаева, и это передача «Южный резонанс». Самые громкие скандальные события этой недели вы увидите только у нас. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Ребенка в детском саду душили другие дети. Как защитить наших детей? Советы психолога. Жительница Шымкента Алина Хаджиева обратилась к нам в редакцию за помощью. Ее сына Марка душили леской от игрушки другие дети. Причем все происходило в детском саду в отсутствии воспитательницы. Алина предоставила фотодоказательства. Она уверяет, что ЧП, в котором чуть не погиб ее ребенок, случилось еще в среду, 7 сентября, в детском саду номер 14 по улице Кремлевской. Смотрите подробности далее. По словам Алины Хаджиевой, ее ребенок чудом остался жив. Маленького Марка могли задушить, если бы он не упал в обморок, с ужасом рассказывает женщина. После инцидента мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей. В садике милиция нам сказала написать заявление. На следующий день я пошла в ГАИНО, дошла до заведующей ГАИНО Тажиевой. Написала там заявление. Она вызвала заведующую нашего садика, медсестру и воспитателя. Они объяснили тем, что он бежал сам и упал на эту леску. И вот так ударился. Состояние здоровья Марка сейчас в норме. О шокирующем инциденте напоминают лишь кровоподтеки на шее. После случившегося администрация детского сада решила выделить ребенку другой садик. Родителей мальчика это устраивает. Вот что об этом происшествии думают юристы. Данное действие квалифицируется по статье 141 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности здоровья и жизни ребенка. В свою очередь, я бы посоветовал родителям пострадавшего ребенка обратиться с заявлением в полицию и прокуратуру города Шымкента о возбуждении уголовного дела. Уверен, что после такого обращения будут проведены все необходимые процессуальные действия, которые определят меру пресечения. В случае, если это повлекло по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или среднего тяжести вреда здоровью, а впоследствии воспитатели признают виновным, то виновным лицам грозит штраф в размере до 2000 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Инцидент не остался без внимания надзорных органов. После случившегося воспитательница пострадавшего мальчика уволилась по собственному желанию, а заведующая детским садом получила строгий выговор. После инцидента выяснилось, что воспитательница, 32-летняя Айгуль Кужумова, которая оставила детей играть без присмотра, уволилась по собственному желанию. Также в городском отделе образования сообщили, что она работала в этом саду с 2011 года, но последние 3 года была в декрете. А вот заведующая детским садом номер 14 получила строгий выговор. Между тем, в социальных сетях и новостных порталах идет бурное обсуждение события. Большинство пользователей возмущены сложившейся ситуацией и требуют увольнения заведующей, закрытия сада и доведения этой новости до сведения министра образования страны. Еще один вопрос, возникший в процессе обсуждения, это воспитание детей, которые душили своего одногруппника. У граждан возникли вопросы, куда смотрят их родители, как они воспитывают своих детей и каким последствиям может привести подобное воспитание. Мы решили пригласить в редакцию эксперта, детского психолога, который расскажет, как можно было избежать этого инцидента. Сегодня у нас в гостях детский психолог Оксана Самойлова. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, откуда возникает детская жестокость? Да, к сожалению, на сегодняшний день психологи, учителя, педагоги, воспитатели и родители очень часто сталкиваются с таким поведением. Кстати, надо сказать, что такое явление помолодело. Если мы раньше говорили о подростках, это младший подростковый возраст и старший подростковый возраст 10-11 лет, до 18, то сегодня мы с элементами жестокости сталкиваемся уже с детьми в детских садах, в малых группах. Дети кусают друг друга, щипают, и
наша работа в основном направлена на психопрофилактику такого поведения. Если говорить о причинах жестокости у детей, конечно, можно сказать, вообще я всегда говорю, что агрессия порождает агрессию. Все мы знаем, что основа такого нравственного воспитания закладывается в семье. Семья – это ячейка общества, где происходит становление личности ребенка, где он, где формируется его самооценка. А если ребенок не получает достаточное количество внимания со стороны родителей, у него формируется потребность любви, в ласке, у него снижена самооценка, и, естественно, а более того, если он видит какие-то агрессивные методы воспитания по отношению к нему, естественно, он идет все это реализовывать в своем сообществе, со своими сверстниками, находит в себе более слабого, так скажем, слабую жертву и проявляет свои, за счет него самореализуется. То есть ребенок, не чувствующий в семье, я еще раз повторюсь, любви, достаточного внимания к себе, к своей персоне, у него происходит вот такое вот в окружающем мире такое поведение. Как должен себя вести воспитатель в детском саду, если видит какие-то начинающие признаки у детей? Ну, здесь можно ответить фразой великой нашей Марии Монтессори, это философ-психолог: воспитанный ребенок – это занятый ребенок. То есть, конечно, если бы ребенок был занят вот каким-то делом, элементарно в детских садах у нас есть режим свой, его необходимо соблюдать, воспитатель должен постоянно контролировать и иметь в своем поле зрения каждого ребенка. Каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Ну, вот так я отвечу на ваш вопрос. Как вы считаете, как должны вести себя родители, если видят проявление жестокости у ребенка? Ну, ни в коем случае, конечно, не подавлять такое поведение, потому что это должно найти свой выход. Занять ребенка можно, найти его изюминку в поведении, найти, куда его, эту энергию можно потратить. То есть высвобождение должно произойти. Это может быть рисование, это может быть лепка, это может быть какие-то активные виды спорта, где должен произойти этот выброс такой негативной энергии. Что, по вашему мнению, могло привести к тому, что случилось в детском саду номер 14? Могло ли повлиять поведение отцов, которые учат своих сыновей, допустим, давать сдачи, учат быть брутальными даже? Могло ли это повлиять на инцидент? Ну, поведение родителей, я вот еще раз повторюсь, закладывают первые элементы поведения ребенка. Они впитывают как губка. Это вообще папа, это пример подражания, первого подражания мужского поведения. Конечно, если в семье нет здорового психологического микроклимата, если ребенок видит, что папа может, например, повести себя агрессивно по отношению к матери или к другим членам, или к нему именно, то, конечно, ребенок это впитывает и несет в общество. Это может быть. Но а что бы могло эту ситуацию... Как вы считаете, по вашему мнению, кто виноват в этой ситуации? Кто ответственен? Да, я бы здесь заменила слово «ответственный». Конечно, в первую очередь это воспитатель, который должен был находиться в группе прежде всего. Не нянечки, а именно воспитатель, который должен именно заниматься по режиму дня. Если это свободная игра, то он должен присутствовать и контролировать все. И, естественно, работа должна быть также на социальных кругах, на сплочение коллектива, на какие-то игры более мягкие, более сплачивающие, и установление социальных связей, то есть завоевывание друзей элементарно должен преподавать и показывать в играх, в ролевых играх воспитатель. Ну и, конечно, вот еще раз, психологически здоровый климат в семье.
Тогда наши дети будут счастливы, любимы и спокойны. Что бы вы посоветовали родителям детей, которые душили своего одногруппника? Может быть, стоит ли им обратиться к психологу, к детскому, допустим? Конечно, стоит. Как им себя сейчас вести? Да, конечно, стоит обратиться к психологу, не только показать ребенку, но и поговорить с самим родителем. Значит, что-то в семье происходит, где-то же это он увидел, кто прототип такого поведения явился, вот именно удушение. Нужно говорить об этом, это прорабатывать, проговаривать и, конечно, наладить, создать более позитивный и теплый микроклимат в семье. Понять этого ребенка, причины, почему он так себя повел. И я думаю, что любовь, она правит всем, поэтому маме полюбить ребенка. Стоит ли обращаться к психологу? Стоит. Потому что нужна помощь извне, и многие люди, не стесняясь, обращаются и получают довольно достаточную эффективную помощь со стороны психологов. Что касается пострадавшей стороны, пострадавшего ребенка, что им поможет быстрее реабилитироваться и ребенку забыть, да, этот неприятный случай из его жизни? Ну, наверное, такой же рецепт. Это любовь со стороны родителей, это ласка, это тактильное ощущение. То есть побольше обниматься, побольше дарить тепло друг другу. Не акцентировать на этом, как вот, и не настраивать ребенка. Ни в коем случае не говорить таких фраз, там, дать сдачи или что-то такое еще. То есть также можно поработать, порисовать, вырисовать это все, поработать с пластилином, с глиной. Там много методов можно. То есть нужно дать выброс своим эмоциям. Угу. Ну, если, да. Нарисовать. Через какие-то занятия. Да, совершенно правильно. Напомним вам, что у нас в гостях сегодня был детский психолог Оксана Самойлова. Спасибо, Оксана. Спасибо. На сегодня все. Если вы стали очевидцем скандального инцидента или незаконного события, звоните нам по телефонам, которые вы видите на экране. С вами была Сайра Амантаева и передача «Южный резонанс». Будьте бдительны.